Приветствую вас в салоне красоты «Русская красавица». Мы работаем 20 лет, все время как семья. Девочки работают все это время одни и те же. У нас в косметологии очень много аппаратов, вот, и хороших процедур. Но ведь важны еще партнеры. Партнеры «Корниаль» самые чудесные. Я знаю, что они сертифицированы, что не будет никаких побочных плохих результатов. И поэтому «Корниаль» для меня все. У нас много уходовых процедур, но одно из первых мест занимает карбокситерапия. Для кожи возрастной, дряблой, с морщинками маленькими и большими, сосудистой сеткой. И все эти проблемы вот эта прекрасная процедура решает. Сначала мы, конечно, делаем демакияж. Потом нам надо разогреть кожу. Хорошо. Мы делаем несколько тепловых компрессов. После тепловых компрессов мы наносим сыворотку транспортную, чтобы проник углекислый газ глубоко в кожу. Вот. Потом берем гелевый пакетик. С обратной стороны здесь находится кислота. Этот пакетик вскрываем и размешиваем с кислотой яблочной. И получается реакция, при которой начинается выделяться газ СО2. Когда в кровь попадает, он соединяется с гемоглобином, выделяется свободный кислород, который воздействует на все кровяное русло. Следующий матричный комплекс открываем, добавляем яблочную кислоту, размешиваем быстренько и наносим на лицо ровным слоем. Больше всего наносим там, где расширены сосудики. Еще сыворотки, которые мы наносим после процедуры. Вот мы нанесли этот гель, полчаса человек лежит. После этого мы уже наносим пенообразователь. И он, как альгинат, начинает проталкивать и не давать углекислому газу уйти. Проходит 4-5 минуточек, получается такая пленка. И мы шпателем начинаем тихонечко убирать с лица все пленочки и наносим полисахаридную сыворотку, которая работает с пигментацией. Следующее это у нас уже закрывает такой дышащей, прекрасной пленочкой. Омолаживающая сыворотка с гиалуроновой кислотой, с маслами и очень хорошо смягчает, убирает красноту. После нее женщина похожа на фарфоровую куколку. Это очень красиво, очень.